Здравствуйте, вы смотрите программу «Наедине со всеми». Я представляю наших сегодняшних гостей. Справа от меня Денис Плаксиенко, активист Евромайдана. Здравствуйте. Здравствуйте. И слева Сергей Гуцалюк, общественный деятель. Перед тем, как мы начнем говорить, я хочу предложить вниманию вашему и наших телезрителей интерактивный опрос. Звучит он сегодня следующим образом. Увольнение Саакварелидзе и назначение Стоянова прокурором Одесской области. Это первый вариант ответа. Реванш мафии сепаратистов. Если вы поддерживаете этот ответ, звоните по номеру телефона 728-01-70. Если же вы считаете, что это обычная ротация, ваш номер телефона 728-01-71. И третий вариант ответа – итог работы грузинской команды. Если вы поддерживаете этот ответ, тогда воспользуйтесь номером телефона 728-01-72. И как обычно работает телефон прямого эфира 728-72-07. Звоните, задавайте вопросы. Ну и, как вы уже поняли, тема сегодняшней программы – это прокурорский Майдан. Итак, уже вот мы перед программой говорили, да, прежде чем начнем более подробно говорить, давайте посмотрим видеоматериал и вернемся обратно в студию. Возвращение старого прокурора стало поводом для возвращения старой традиции сбора евромайдановцев у памятника Дюку. В минувшее воскресенье около 300 одесситов пришли, чтобы высказать свой протест против назначения одиозного Николая Стоянова в кресло главного прокурора области. После революции гидности, когда идет война, я даже не говорю о том, ставить в Одессу человека из прошлого режима, ставить в Одессу человека, который покрывал Маркова, ставить в Одессу человека, который имеет здесь, скажем так, достаточно крупный ресторанный бизнес, ну это да, это таки плевок в лицо одесситам, но радует одно, что теперь одесситы не глотают то, что на них плюют, а готовы до конца отстаивать свои интересы. Акция протеста продолжается около недели. Тем не менее, и власть, и многие СМИ буквально замалчивают происходящее в нашем городе. Кому-то слишком невыгодно, чтобы Украина знала о законном беззаконии, которое творится сейчас в Одессе. Но люди ждут, в первую очередь, реакции главы государства. Понимаете, реакция власти, реакция Порошенко – это самое главное, о чем вообще идет речь. Потому что мы все-таки еще надеемся на какую-то адекватность. Вы пометили, что влада полностью, целиком игнорует этот протест. Никакой реакции официальной нет, ни от президента, взагалі ни от жодної официальной особи. Центральные СМИ игнорують этот протест. Это еще одесские СМИ патриотичные показывают, а далее все глухо. Сами активисты говорят, мы готовы на многое. Да, майдановцы не хотят силовых методов, но и плевать на мнение горожан не позволят. Потому акция протеста бессрочная. Потому и дежурят они под стенами прокуратуры, который день и которую ночь. Власть на самом деле сейчас допустила ошибку. Это была просто та последняя капля, это был тот, ну, скорее всего, капля бензина, которая воспламенила опять общество Одессы. И на самом деле ситуация весьма опасна. Евромайдановцы уверены, назначение прокурора, олицетворяющего собой старые коррупционные схемы и связи, не что иное, как попытка реинкарнировать режим Януковича. Пусть без самого Виктора Федоровича, но его систему. Мы видим, что старые схемы не пытаются сюда внести. Мы видим, что никто из них не ответил за те преступления, за то разграбление города, разграбление бюджета, за нагнетание ситуации. Начиная где-то с 2006 года. И они пытаются вернуть нам сюда вот этого вот одиозного Стоянова, который, кроме того, что многие знают о его коррупционных действиях, и пресса неоднократно об этом писала, он есть тем человеком, который причастен напрямую к Игорю Маркову. Он закрывал на него дела, когда его можно было бы поставить на место, и многих неприятных ситуаций в Одессе можно было бы избежать. Весной 2014 года и раньше. Прокуратура должна быть честной, а не крышевать преступный бизнес. Потому главная задача акции – добиться проведения честного и прозрачного конкурса на должность главного прокурора области. После вечи собравшиеся маршем прошли к зданию прокуратуры, чтобы продолжить акцию, уже получившую в Одессе название «Прокурорский Майдан». Итак,
7 дней прокурорскому Майдану. Сегодня мы встречаемся для того, чтобы подробнее поговорить, потому что каждый из нас, кто-то проходит мимо, обсуждают на кухнях, открывают ленту новостей. Разная информация. Сказалось такое впечатление, что с каждым днем ситуация все более и более накаляется. Что на самом деле сегодня там происходит? Ну, действительно, ситуация накаляется. Накаляется из-за того, что нет нормальной, адекватной какой-то информации и реакции со стороны властей киевских, в первую очередь, со стороны Генеральной прокуратуры, президента Украины. Вчерашние события, фактически прорвали информационную блокаду, которую вот последние дни пытались держать, пытались это не вынести на общеукраинский уровень. Сейчас это нам всем совместно удалось сделать, вынести это на общеукраинский уровень. Я думаю, уже и в мире к этому прислушиваются. Я так понимаю, что акция это бессрочная. На сегодняшний день, скажем так, свет в конце тоннеля виден, но тоннель не заканчивается. Можно сегодня так сказать? Поскольку вы говорите, что только реакция, да, какая-то там, вы обратили на это внимание. Но тем не менее, сегодня нельзя говорить, да, что это закончится завтра или послезавтра. Ни одна из сторон, я так понимаю, сдаваться не собирается. Мы с ними еще не закончили. У нас есть звонок, давайте ответим. Здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Добрый. Ну, сегодня очень такой информационно насыщенный понедельник. Панамский скандал, Труханов с российским паспортом. И между этим всем как-то удалось не услышать Владислав Куценко, прокурор Генпрокуратуры. Он объяснял назначение Стоянова, по-моему, на каком-то канале на 112 или на News One. Мы, говорит, ни при чем вообще, мы его не назначали и близко. Он выиграл суд. И выиграл апелляционный суд. И как же ж, надо же выполнять решение суда, вот такие они пушистенькие, выполняют решение суда безоговорочно. Вот. И объясните, пожалуйста, вы в курсе дела? Спасибо. Вот такое. Спасибо за вопрос. Кто будет отвечать? Слышали мы это заявление с Куценко. Ну, это, понимаете, в этой ситуации это она только больше нагнетает обстановку, потому что не замечая вот эти протесты, которые происходят, и такие комментарии давать, это надо быть, ну, как минимум, не ориентироваться в том, что происходит. После революции, ну не после, она еще проходит, это наша революция достоинства. Мы вот, я у вас в студии неоднократно говорил, что волны революции не только-только начинают до Одессы докатываться. По большому счету, вот это первая такая вот серьезная волна в данный момент пришла. Потому что время уже пришло к этому. И то, что он не назначал, то, что он суды выиграл, то, что он не прошел закон о люстрации, а то, что он не прошел аттестацию в прокуратуре, как его можно было назначать. Ну, тут много моментов таких, даже юридических, можно задавать. Скажите, пожалуйста, вот дело в том, что в Одессе, да, вот одесские СМИ, каждый день новая информация, и буквально каждый час, да, она обновляется. Не наблюдается на центральных каналах. Почему так происходит? Почему? Смешные вопросы задаете. Кому принадлежат центральные каналы? Ну, там разные владельцы. Ну, одна банда. Владельцы разные, а банда одна. Ну, все-таки, вы знаете, это же как-то событие, нужно это все равно каким-то образом освещать. Никто не приезжал, не брал интервью. Ну, сегодня был по 1+1, но он приехал под приезд Саакашвили. Не, с утра они были. С утра, в 8 утра они уже были. Сегодня уже удалось эту блокаду прорвать все-таки. Вчера и сегодня. Если бы вчера не было ВЕЧИ и вот это вот шествие по городу, то не удалось бы прорвать, конечно. А еще сегодня, когда заблокирована работа полностью прокуратуры, туда никто не может попасть, это дало резонанс свой. Хорошо, скажите, вот блокада будет продолжаться. Она будет продолжаться в том виде, в котором она сейчас, или все-таки будет каким-то образом видоизменяться? Возможно, добавится большее количество людей, возможно, что-то еще там планируете каким-то другим образом привлекать внимание и людей, там, скажем, и общественные организации и тому подобное? Что ты машешь на меня? 2 мая? Я говорю, что 2 мая, да? Вы задаете сложные вопросы, и, возможно, на все вопросы не получится ответить. У вас есть такая хорошая корреспондентка Лия, да, по-моему, девочка, на вашем канале, на Круге, или, ну,
она как за 3 недели до 2 мая вот аналогичный вопрос задала. Что будет делать, если сепаратисты захватят здание? Я говорю, оно сгорит. Что мы будем делать, я не знаю, но здание сгорит. Вот так же самое с прокуратурой. Что мы будем делать, ну, никто не знает. Но что будет, все увидят. Вот эти, нам вообще смешно, вообще сегодня смешной день. Я никак не могу понять вот, ни киевскую власть, ни прокуратуру, ни вообще ничего. Сегодня у них был единственный возможный способ спокойненько, мирненько сохранить лицо и сказать, да, извините, мы не досмотрели. У нас столько работы, вот мы по заграницам ездим, мы не досмотрели, что этот прокурор из той системы, мы его сейчас накажем. Они еще что-то там пытаются говорить из этой прокуратуры. Пусть приедут к нам сюда и скажут, вот пусть придут под прокуратуру и скажут, мы послушаем, это нам будет интересно, что они нам скажут. С кем они придут, как они, что они вообще дальше, вот что они будут дальше делать. Майдан начинался точно так, люди вышли на мирную акцию. Сказали, нам не нравится. Ну, им ответили, нам на вас плевать, мы сейчас вас побьем. Ну так приходите и побейте. Пришли, побили, и что получили? Угу. Давай, до свидания. То есть они все больше и больше себя загоняют в угол, из которого у них потом будет очень некрасивый выход. То есть мы этого не хотели. Как не раскачивайте лодку, так вы ее раскачиваете. Вы такими назначениями раскачиваете не то что лодку, все на свете. Мы 2 года уже бьемся с этой властью, а им плевать. Ну посмотрим, давайте проверим. Мы готовы поспорить. А мне просто интересно, да, когда рассматривалось это назначение, в частности господина Стоянова, да, ну неужели вот люди, которые к этому имели отношение, они были абсолютно уверены, что это не вызовет никакого сопротивления? Ну был, видимо, расчет на то, что люди устали за 2 года от этих событий, устали от войны, устали от этих... чисто бытовых вопросов, потому что вопрос, как прокормить семью, почти перед каждым стоит. И даже больше стоит вопрос, что покушать приготовить на те небольшие деньги, которые могут. Поэтому был такой расчет. Ну, опять ошиблись. А ошиблись так же самое, как в 2014 году вот эти вот апологеты русского мира ошиблись. Они думали, что тут их будут встречать с распростертыми руками, а получилось все наоборот. И здесь то же самое может быть. Я полностью согласен с Денисом, что власть, ну, народ всегда идет намного шагов впереди, чем чиновники и власть имущие. Они думают, что можно старыми схемами, с теми договорились, тому дали пару копеек, того запугали, того как-то погладили по головке и все нормально. Тех поссорили друг с другом. Да, тех поссорили друг с другом и так не будет. Я вот, вы знаете, даже благодарен Стоянову. Я его лично не знаю, да, вот у меня с ним никогда не было никаких контактов, но он прямо вот, знаете, вот впихнул невпихуемо. Просто объединил тех людей, которые уже давным-давно друг с другом перессорились. Мы сидели за одним столом, и я понимаю, что я вот, если бы не эта ситуация, я бы в жизни этот стол переговоров не сел. Но мы сели все за один стол и договорились. То есть это вообще спасибо Стоянову, прямо умничка. Вы знаете, вот у нас такая традиция в стране сложилась, что первые лица, они почему-то вот ведут страницы в Фейсбуке, в частности, да, и все вот комментарии, они как бы вот заявления, все прежде чем отреагирует пресс-служба, значит, мы это все уже видим непосредственно в ленте. А вот что касается господина Стоянова, да, он тоже, естественно, учитывая всю эту ситуацию, не мог остаться в стороне, у него вдруг появилась, не знаю, может, она была, страница, и там тоже он сделал заявление, кстати, вот по поводу этого скандала, который разгорелся буквально сегодня ночью, да, связанный с офшорными компаниями, где, в частности, и мэр нашего города Геннадий Труханов, где показаны документы, что он является гражданином России, причем об этом еще в 2014 году говорил Эдуард Гурвиц. Это говорили все, да. Но при этом вышел один человек, в частности, нынешний мир, сказал, мэр, это все неправда, и как-то все, знаете, поверили. Да? Вот возникает вопрос, да, вот реакция СБУ. Да? Сегодня, казалось бы, такой глобальный скандал, там очень много европейских политиков, там много звезд шоу-бизнеса, там огромный список, там и президент Российской Федерации и тому подобное. Но, то есть, и в то же время опять выходит человек и говорит, это грубая шутка, это неправда, вот, быть этого просто не может. И вот, естественно, господин Стоянов тоже рассказал о том, что вот все обвинения в том, что он там и партии регионов имеет отношение и тому подобное, и что он в России даже был там последний раз 36 лет назад. И вот я специально взяла цитату, где вот касаемо даже
даже вот на углу Майдана, в прокурорского Майдана, который стоит под прокуратурой, он в заключении сказал: «Не боюсь угроз, не боюсь запугивания, не боюсь горлопанов и предателей. Знаете и помните об этом все, кто пытается запугать патриотов Украины». Что-то надо комментировать. В самом начале, когда вот это вот... Мы там все смеялись просто. Да, все смеялись, зачитывались. Даже ничего комментировать. Вы понимаете, это уровень уверенности в своей безнаказанности. Уровень уверенности в том, что ты за деньги можешь сделать все, что хочешь. Хорошо, не вопрос. Посмотрим. Пусть прокомментирует его взаимодействие с Марковым. Как? Каким образом? Почему закрывались дела и все остальное? Это же не секрет, это же было известно еще тогда, в 2008-2009 годах, это же в 2010 годах. Это же об этом говорила вся Украина. И в Николаев ездили, и там активисты николаевские об этом много говорили, про эти всякие... Я уже опускаю вот эти вот моменты, которые связаны с коррупционными его какими-то моментами. Спросите детских бизнесменов, которые как-то с ним стыкались, они вам могут очень много рассказывать. За это время очень много на Майдан наш этот приходит людей и говорит нам поддержку и поддерживает в этом отношении. Говорит, ни в коем случае нельзя допустить, вы что? У меня вопрос самый первый, как он прокомментирует это? Он никак не комментирует, он уже говорит «Слава Украине». Слова такие, знаю. Да? Слава Украине. Даже выучил. Поэтому что? Тут, ну, это уровень того, ну, показатель того, что люди не делают выводы. Просто не делают никаких выводов. Упорно не делают выводы. Сразу же первый день говорили, нет вопросов, если у вас есть там свой бизнес, здесь вы работаете, ну зачем вам эта прокуратура? Работайте себе здесь, вот, да. И все. Никто к вам не придет, не скажет, отдай бизнес, как делали бандиты, такие как Марков, а потом их прикрывали такие люди, как Стоянов, вот похоже. Ну это ж, ну... Да, элементарно. Его зам там засветился недавно в Фейсбуке. Я даже да, он же сказал, да. Напился, взял... Не в Фейсбуке, ну, засветилось в ресторане. Да, напился и говорил, сейчас Стоянов придет, и вам все будет. Вам будет всем сказать. Вот мы не хотим, чтобы нам было всем плохо. Я вот не хочу. У нас здесь достаточно много, да. Вот мы как бы... Не могу сказать, что я отстоял этот город или Сережа, но мы все вместе. Ну, это коллективная работа. Да, коллективный мозг. И мы все понимаем, к чему все дальше двигается. То есть это первый звонок, да. Я не понимаю, как вообще они не видят этого. То есть мы защищаем здесь уже не просто интересы города, там, идеи, равенства, братства и честности, справедливости, да, великие какие-то. Мы уже себя защищаем. Для того, чтобы постоянно сюда прошел и стал, он должен пройти через нас, через всех. А нас много. Ну, пусть попробует. У каждого вопроса есть. Да, вот. У нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Хотел бы задать вашим гостям следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, как вы считаете, почему Труханова раздражают любые действия наших активистов? Почему он пытается оскорблять, начинает людей, вот я имею в виду, когда он шизофрениками людей назвал, дает советы, там, входить на субботник. Вот он хочет, чтобы люди просто ничего не делали. Почему, вот, по вашему мнению, вот его вот почему его позиция вот именно вот такая вот, по вашему мнению? Спасибо. Спасибо. Ну, его позиция такая, ну, что он привык быть в какой-то такой вот комфортной сфере находиться, где его поддерживают несколько телеканалов, и они ему там делают имидж там хозяйственника крепкого, либо еще что-то. А когда ему начинают задавать вопросы о его деятельности до прихода в политику, он сразу начинает либо вообще не отвечать на этот вопрос, либо еще как-то. Ну, не привык человек к таким вот вопросам. Он все держит, вот этот, старается держать этот имидж, который впаривали на выборах вот эта его партия «Доверяй делам», в каждом дворе раздавая, подкупая людей вот этими вот пакетами с гречкой и со всем остальным. Ну и плюс интерес его, самый главный, почему он у нас в городе и оказался мэром. Потому что была договоренность между нашими вот этими финансово-промышленными кланами олигархическими, которым был очень и остается выгоден Марков, Труханов.
Какая разница? Ну, по большому счету, да. Тот только был очень одиозный и откровенно пророссийский, этот был только более-менее умеренный, но в результате... Ну, а когда вот сейчас с этим вопросом, который мы, в принципе, в Одессе об этом знали 5 лет назад, о гражданстве российском, там, о всех этих вот вопросах, связанных с бизнесом таким наполовину легальным за счет бюджета. Вчера вечером поздно на вот ваши коллеги-журналисты это расследование. Где наши дороги? Да, я езжу, да. У меня машина спортивная. Мне так жалко по ней. Вообще невозможно, их уже не делают. То есть куда-то деньги уехали. У тебя спортивная, у меня обычная. Все равно ее делать ходовую надо. И это не уехали эти деньги. В офшоры, как выясняется сейчас. Да, уехали деньги с нашим дорогам. Я скажу, куда уехали. И вообще нет совести. То есть раньше хоть кто-то как-то делали весной. Сейчас вообще же не прикасаются. Просто яма на яму. Центральные еще там стоят. Децентрализация, деньги приехали и тут же организовано перекачивание. Сейчас же в бюджет, кстати, очень много денег заходит. Да, децентрализация. Намного больше денег стали присылать. У нас должны быть дороги просто идеальные. Перестали делать. Остановки должны быть чуть ли не серебряными табличками. Да, перестали делать. Деньги уехали. Ну вот мне подсказывают, есть звонок. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый-добрый. Вопрос к гостям студии такого плана. Если надежда будет набирать обороты, вот если вы сейчас пикетируете прокуратуру Стоянов, там, ну, махровый коррупционер, воровайка, то Труханов-то, извините меня, просто враг, гражданин России. За наши деньги, те, которые не получают государство, и плюс он ворует, снабжается российская армия, убивает наших хлопцев там. А мы что, будем просто смотреть на это, все эти вещи, которые происходят? Поэтому я, может быть, повторяюсь, будет ли протестное вот это движение набирать обороты? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я был тем, кто направлял еще в 2014 году вот эту информацию о гражданстве российском и об этих всех компаниях. Тогда президенту Украины мы писали в Генеральную прокуратуру, в результате одни отписки приходили. Это было перед выборами в 2014 году. Потом случилась вот эта трагедия майская. Я понимаю, что тогда была ситуация, что только-только началась агрессия, интервенция, оккупация, все остальное было, наверное, не до этого. Но сейчас, я думаю, ну, во-первых, все одесские майдановцы возмущены этим и до этой информации, которая сейчас появилась. И сейчас возле прокуратуры все говорят, что следующая цель, после того, как мы, я уверен, мы победим, это Труханов, это горсовет. Это 29 депутатов, которые тоже имеют российское гражданство. Вот сегодня об этом... 28, я читала. 28 депутатов. Да. Об этом появилась информация, ее озвучил Боровик, по-моему. Да. Давайте разбираться, как так в воюющей стране 29 депутатов и мэр города являются гражданами агрессора. Вы можете себе вообще представить 44-й год, там, например, и какой-то бизнес ведет немецкая компания там, в Британии, понимаете, либо вот в Соединенных Штатах Америки. Понимаете, Сергей, вот, над этим нельзя абсурд. Смеяться, но смешно. Вот ну смешно, вы, потому что это, я думаю, что вот эта информация, которую сделали журналисты, слава богу, что это стало предметом широкой огласки, что должно быть расследование не только прокуратуры, но и вот это национальное... Не, ну даже если НАБУ, да, посмотрим, НАБУ, что они... СБУ да, есть, да. У нас много, очень много. Нет, ну, закончится... Нет, СБУ у нас было, ничего не решилось. А НАБУ появилось, интересно, что я будет? Я хочу, да? Просто вот этим всем, я уверен, нас смотрят сейчас представители вот этих силовых структур и пресс-служба Труханова. Уважаемые, с одной стороны, с другой, там, неуважаемые. Если в 2012 году, когда был кругом Донбасс, как говорится, ну, Янукович, одесситы смогли организовать штурм городского совета зимой, хотя их обливали водой, но смогли, то сейчас уже тепло и очень хорошо можно это все долго делать, какие-то акции протестные. Люди уже доведены до края, уже видите смех
Да. А если есть смех, ну, это уже, ну, терять нечего. Поэтому однозначно будем еще обращаться, будем поднимать этот вопрос. И должен извиниться тот человек, который руководит городом, но называет одесситов почему-то шизофрениками. Ну, по каким критериям он определил шизофреники, либо там еще как-то? Я вам скажу, мне один из замов как-то проболтался его. Ну, тогда мы не были знакомы близко, и мы с ним разговаривали. Да, это давно было. И он проболтался, то есть это ж внутри разговоры идут, они же разговаривают, общаются, говорит, это народ просто обалдел, ну, оборзел в последнее время, обнаглел, уходит на какие-то акции, раньше сидели молча дома, ничего не говорили, то есть это его слова, да, да? Тут просто передал, да, то есть я лично не слышал это от Труха, но я слышал от зама, говорит, просто обнаглели после этого Майдана, обнаглели, выходят на какие-то акции, что-то протестуют, и что-то надо их слушать, то есть они, для них это удивительно. А вот давайте еще поговорим по фильму «Громадского ТВ». Ну, для меня в этом фильме ничего нового я не увидел. Да, ничего. Разве кроме того, что... Не, я увидел. Новая регистрация вот в Сергиевом посаде. Я увидел... Нет, не про Дурханова, я увидел нового про Порошенко. Я просто не знал, что в момент, когда был Иловайск, тот прятал деньги за границей. То есть он не знал, чем все закончится, да, если Иловайск, а может Путин сюда придет и деньги заберет, он свои денежки выводил за границу. То есть, ну, такой ход правильный, да, для бизнесмена. Там люди погибают. А он... Вот этого я не знал, что... Как раз время во время. Ну, я смотрел только про Труханова. Посмотри, там интересно. Мне более интересны наши вопросы местные. А то, что... Ну, это показывает... Это, ну, яркий пример, не пример, а индикатор того, что государство у нас до сих пор формируется. Оно еще не сформировано. Мы еще живем какими-то феодальными такими, знаете, формированиями. Вот у него у одного есть деньги и связи, у второго есть деньги и связи, и начинаются вот эти вот, простые люди из-за этого страдают. Ну, они их грабят, конечно, не страдают. Да, потому что, ну, в голову никак это у меня не влаживается, что во время войны с Российской Федерацией мэр города является тот человек, который, ну, в принципе, весь бизнес его, все его окружение, они связаны с российскими бизнесменами. Дочь, а все российские бизнесмены, они не могут в России вести бизнес, если они не есть ставленниками российских спецслужб, ну, и российской власти. Дочь Жукова замужем за Абрамовичем. Ну, вот это, да, как раз в этом фильме было показано. Как такое может быть? Как это может сложиться в голову? Я не могу. Пьют вместе, гуляют вместе. Это ненормальная ситуация. Это только оно объясняет тому, что у нас идет построение нашего общества гражданского и нашей новой политической украинской нации. Вот и все. Я хочу сказать, что самого главного, чего не поняла власть после Майдана, если оранжевый Майдан, оранжевая революция не участвовал, там было это все политическими партиями, наверное, как-то организовано, и не участвовал, не знаю. Я вот участвовал в последнем. Это не было политическими партиями организованное возмущение. Это интернет-революция. То есть раньше не было интернета. То есть были массовые средства массовой информации, которые подчинялись олигархам, как они сейчас существуют. Тут то, что им сказали говорить оттуда, так и как им показать эту сюжет, это там вышло 20 человек на прокурорский Майдан, да, или там. Ну да, они могут. Они могут это сказать. Все. То есть, и что им сделаешь? Ничего. Здесь интернет. То есть люди все общаются, еще каждая, вот я являюсь модератором группы, немало-немало 3000 человек. Один из модераторов, у нас там несколько человек. 3000 человек. Понятно, что не все сидят с утра до вечера там. Ну, вся информация уже доступна. Уже ничего не спрячешь. Они не поняли это все. Вот на Майдан я когда приехал, я понял, что сотни тысяч человек сейчас здесь стоят и все думают одинаково. То есть там нету других. То есть ты посмотрел, вот все с одинаковым выражением лица, все понятно, зачем они здесь. То есть они как-то же собрались там, да, что они-то пришли, как они, созвонились? Нет. Через интернет. И то, что сейчас происходит, они никак не могут понять, что с этим интернетом вообще делать. Создали на свою голову. А уже ничего не сделаешь. Тут все ку-ку-ку. Дело в том, что мы сейчас переживаем вот этот этап становления, ну, который там, в Европе прошли в 19-м, там, 18-м веке, в 19 веке, да, в начале, да, 20-го. Но у нас это все очень быстро происходит. Да, у нас это буквально там за неделю может происходить что-то. Всегда вот эти вот власть имущие, олигархи, там, они должны понять одно, что
мы есть частью природы, частью Божьего творения. И все законы, они одинаковые во всех практических странах. Только по-разному они там в разных временных рамках проходят. Если вы не делитесь с людьми властью, возможностями, перспективами, ресурсами, то рано или поздно вас народ сметает и проходит какое-то более прогрессивное. Вот к этому сейчас у нас пришло. И разговоры о том, что сейчас война идет. Да, так вы ее допустили. Так вы ее специально создали ее вообще. Вам она выгодна вообще, эта война. Да, если вы хотели бы ее закончить, это очень... вы, наверное, закончили. Специально. Пока там война, не раскачивайте лодку. Так вы всю жизнь воевать там будете. Поэтому тут... Ну, поэтому, вы знаете, вот любая такая ситуация... У меня большой оптимизм есть в этом отношении. Вы знаете, вот поэтому такая вот ситуация, как вы говорите, что вот люди, да, вот тоже назначение, скажем, да, этого прокурора, возможно, надеялись, да, что все думают о том, чтобы там поесть, где заработать денег, те же там тарифы и тому подобное. И еще, знаете, вот пришел какой-то страх, мы все прекрасно помним, да, когда был Майдан, потом сколько было жертв, потом началась война, аннексия Крыма. И, в принципе, и мы тоже здесь переживали очень большой стресс. Мы боялись, что у нас тоже могут начаться военные действия. Ну, потом... они практически у нас велись без 2014 года. Да, но, во всяком случае, не так, как надо. Немасштабные, без жертв, обстрелов. Да. Без... И вот, скажем так, ну, в психологии обычного человека, который пережил уже этот стресс, да, и сегодня он думает, да, вот любая... Вот воспринимает, ради чего все это было? Да, во-первых, ради чего это было. Во-вторых, нам уже уши, знаете, навязывают, говорят, что вы понимаете, что если вы сейчас начнете бастовать, пикетировать, вы что, хотите, чтобы вот этим враг воспользовался, и у нас началась война? Вот люди, мне кажется, сегодня даже еще такими вещами запуганы. Я думаю, что враг быстрее. И, возможно, они и думали, в частности... Враг уже всем воспользовался. Вот это, назначение, да, что никто не будет сопротивляться. Враг уже всем воспользовался, уже давным-давно, понимаете? Враг, наоборот, воспользуется таким мэром, как нынешний, да, наш. Враг воспользуется таким прокурором, как нам хотят, потому что у них связка между собой. Это одна компания вся. Это одна компания. Вы что думаете, что наши олигархи как-то не общаются с российскими олигархами? Это все одна банда, понимаете? То есть они нас разделили, да, и хотят, смотрят там у них все так вот, все нормально. И они хотят так же здесь. Народ немножко другой. Мы это понимаем. А вот что делать? У нас вот что, 2 года, да, обнародовали вчера? Мэра Труханова, да, что там гражданин России, да. Сегодня это уже, скажем, такое в мировом масштабе, да, вот он в этих списках. А что делать? Ну, получается, что все-таки останется и ничего не изменится. Просвещаться. Ну, поговорим еще несколько дней. Я вам скажу, в чем ошибка вот людей, которые так думают, и в чем ошибка даже многих наших сподвижников и побратимов. Они не верят в победу. Надо верить в победу. Они раньше откалываются, раньше уходят, перестают бороться, либо продаются кому-то недорого, за копеечки, да, или каким же, или там еще что-то происходит. То есть они, если бы они верили, что они дойдут до конца и получат в результате победу всю, они бы шли дальше. Но они не верят. И потому, и также и многие люди, больше всего устают люди, которые вообще ничего не делали, вот они смотрели в телевизор и не выходили. Как мы устали, а так мы устали, вообще ничего не шевелились. Они ждут вот этого, знаете, вот принцип, лежу на печи, чтобы мне щука принесла счастье и богатство. Такого не бывает, надо очень тяжело работать. Еще я вам хочу сказать, вот по поводу, почему вот так вот люди все разозлились, понимаете, это действительно плевок в лицо, это просто... Сняли с эквирелиза, первый день мы там проводили акцию протеста против эквирелиза, ну, против того, что сняли с эквирелиза, но на следующий день, если там было какое-то определенное количество людей, немного людей, на следующий день, когда поставили Простоянова, да, разозлились просто все. И противники Боровика, и сторонники Боровика, и все, кто угодно, все, кто вот понимают, что происходит в этой стране, вы говорите, что делать? Просвещение. То есть люди постепенно понимают, что их обманывают, что их грабят, что это все жулики, что они вам рассказывают истории по телевизору, сказки, это все вранье. То есть количество людей, которые это понимают, их не так много, и оно растет. 2-3%, да? Майдан сколько там? 2 миллиона человек всего, на 40-миллионное население, все остальные сидят дома. Но дело в том, что это во всех обществах небольшое пассионарное беспокойная часть населения решает основной вектор развития дальше. Ну, то есть думать, пусть люди думают, нормально. Учатся, развиваются, понимают, получают информацию, переваривают и понимают решения. В конце концов, за Труханова кто-то голосовал?
Ну, человек ну, вот, пошли, конечно. Его проголосовали, за Порошенко кто-то голосовал. Ну, как можно потом удивляться, что происходит? Кто-то не мы, я уже не голосую. Я когда-то не понимал ничего. Я проголосовал не за Януковича, а за Тигибко. Я проголосовал, пошел за Тигибко, проголосовал, потом понял, какая-то сволочь. И понял, что вся эта банда, все просто, просто банда. Их просто всех надо убрать, просто всех. Там нету хороших, плохих патриотов, говорите. Да. Да ему сможет столько лет дать, сколько он там работал в прокуратуре. 10 лет? 10 лет тюрьмы. Что, на зарплату там работал? Или как? Ну это вообще... Это не просто украл человека, это украл так, что украл, что сидеть. Вот всех их надо. До свидания, Павлик. Понимаете, потому такие действия, ну, они, я не знаю, чем, как они вообще думают, что они будут дальше делать. То есть они, если Янукович понимал, к кому он бежит, куда эти бежать будут? Да. То есть они, наверное, думают, что они уедут в Америку, и там будут себя спокойно чувствовать. Но подождите, если государство Украины, да, в котором будет новый президент, новый прокурор, пошлет запрос в Америку, скажет, вы хотите поссориться с государством Украины? Нет, верните нам нашего президента, он здесь должен досидеть. Или 20-30. Что, Америка не вернет? Американцы скажут, да, ладно, забирайте вашего президента. И денежки его забирайте. Ну как это? Человек уехал в Россию, есть счета, вывез кучу денег. Эти прокуроры меняются только потому, что получают деньги за то, что деньги выводятся за границу. Кто-то должен был прийти в эту прокуратуру, генеральный прокурор, и вернуть бабло украденное. Никто этого не сделал. До этого был Ерема, который получал за это деньги, пока они уезжали. Теперь Шокин, который что-то там закрывает, перезакрывает. Бадылан уехал. Ну это же вообще... По событиям второго. Это же бизнес, да. Такой, шикарный бизнес. И как говорят, что пока возвращаться не собирается. Ну, потому что тут вопросов много. У нас программа уже подошла к концу. Пришло время подвести итоги интерактивного опроса. Звучал он сегодня таким образом. Это увольнение Сакварелидзе, назначение Стоянова прокурором Одесской области. Это первый вариант ответа. Реванш мафии сепаратистов. 68% от дозвонившихся поддерживают этот вариант ответа. Обычная ротация 7%. И итог работы грузинской команды поддержали этот ответ 25% от дозвонившихся телезрителей. Буквально вот по несколько слов и будем прощаться. Ну, это все понятно, 68% понимают, что происходит. Это хорошо, что понимают. Четвертого варианта нет. И показательно то, что уже к нам на Майдан пришел глава областной администрации. Он вышел уже к людям, да. И поддержал. Да, это тоже очень показательно, да. И говорит о том, что все будет нормально. Спасибо. Спасибо. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня гостями программы «Наедине со всеми» были Денис Плаксенко, активист Евромайдана, и Сергей Гуцалюк, общественный деятель. Спасибо вам за то, что это время провели вместе с нами. Всего вам доброго и до следующей встречи в эфире. Увидимся.